череп, как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибер-девочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь... Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну? Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая! Мне бы тут не сболевать. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую.
Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Порядке. Мы хотим узнать, что произошло. Этот, он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Что еще ты помнишь? Скорее, времени нет! Я больше ничего не помню, я не помню, будто провал! Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила... Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, но он... Заходил, может, пару-тройку. Курас, такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет. Девочка пропала месяца три назад. Та же модель. Просто исчезла и следа... Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь?
Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Алло, а с этой что делать? Скажите, давайте вот это. Надеюсь, это ты. Нет. Я снова потерял след. Только денег уже вбухло. Никакого удовольствия. Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже... Никакого удовольствия. Нет, я снова потерялся. Нет. Thank you.
ничего. Трейси с синими волосами тут не было. Я знаю, где она. За мной. Охренеть, чтоб меня. Стой! Тут я уже сам. Опоздали. Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят, когда хочешь. И никогда не выносят тебе мозг. В таком темпе мы вымрем к херам, потому что всем проще купить кусок пластика, чем любить живого человека. Долбануться.
Стоять! Они уходят! Зачем ты ее убил? Она же тут была вообще ни при чем. Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться. Да, я его убила. Но я ведь просто защищала свою жизнь. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой и позабыть о людях, о том, как они пахнут и что говорят. А ты забрал ее у меня. Я люблю ее. Любила. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней. А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал?
от андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Вон там.